Проект «Город для жизни» очень важен. Жители встречают все эти предложения по детским площадкам радостно, потому что действительно это необходимо. Детей очень много, площадок у нас не хватает. И там, где есть площадки, не хватает малых архитектурных форм. Изменения вообще вносят жители, обращая внимание на безопасность. То есть качели, чтобы были со спинками, чтобы для ребят постарше были какие-то спортивные, может быть, сооружения. Жители постоянно обращаются по вопросу детских площадок, так как где-то выходит из строя сооружения, где-то чего-то не хватает, каких-то качель, песочниц. Поэтому проект действительно поддерживают и рады, что будут обновления в нашем округе.